Всем хай, с вами я, Керек ТВ. И сегодня будет оценка каналов. Посмотрели то видео. Если вы не понимаете, что это, посмотрели то видео Брахолига, бам, и вы все поймете. Сегодня будем оценивать канал Настя Вещенок. Короче, канал Насти. Прости. Вот. У нее 140 подписчиков, 141 видео. Описание у нее Настя. Дата регистрации 17 октября 2022 год. Всего у нее просмотров 7724. Видео она делает. Обзор тоже на канал. Я ее подписчик. Потому что она моя подписчица. Давай посмотрим у нее популярные. Эдикт французский. Это какой-то мультик. Короче, я понимаю, что это какой-то мультик. И она там делает там на французском. На французском, ясно. Обзоры на каналы. Давай, всем привет. И по просьбам Керека ТВ я сделаю обзор на один канал. Я просила делать обзор на канал. Вот. Я видел, у нее тут некоторые минусы. Ну, еще сделаю, если он захочет. Сегодня это будет 3 лучших блюда в микроволновке. От Брайана Мапс. Вот. Теперь, как вот, обычно, подпишитесь. Вот этот минус, конечно, надо было переснять. На меня и на Керек ТВ тоже. Там лепит всякие фигурки. Соника там. Разных еще животных там. От Бравл Старса, там от Майнкрафта. Вот мы... Атлантика, Чебурашки, Льва там. Ну, вы сами разберетесь. Она тут просто... Сейчас мы начинаем. Вот, и комментирую, что там такое. Короче, она-то просто смотрит видео и комментирует. То есть это получается уже обзор на видео. Надо делать обзор на канал. Сколько у нее подписчиков, насколько он популярен. Там, не знаю... Так, давайте посмотрим теперь самый популярный шорт. Видео шорт. 2700 просмотров. Это неплохо. Это неплохо. Давайте посмотрим. Кто тримается и рвёт? Бэс патрон! Бэс патрон! Кто крутейший за айфон? Бэс патрон! Бэс патрон! Кто не ходит на озон? Бэс патрон! Бэс патрон! В размену ванни чемпион! Это очень красиво. Похлопаю. Патрон! Бэс патрон! Бэс патрон! Бэс патрон! А что у меня какая идея появилась? Мне надо сохранить трек. Бэс патрон! Бэс патрон! Бэс патрон! Так их нам треба батальон! Бэс патрон! Бэс патрон! 10 из 10. Это достойно. Реально. Что тут делаешь? Детства. Слушай, тебе готовлю, смотри. А что это такое? Это пюрешка. А вот здесь вот супчик тебе приготовила. Плату принес? Да. Давай. Это жеза. Это жеза. Так. Видео у нее хорошее. Тут арбуз.
Вот эти полоски не надо было рисовать. И косточки надо было прям немного поменьше сделать. Поменьше. Был вообще вау. Не, ну этот босс очень красивый. Прям есть хочется. Я тут ей написал круто. Вот. Давайте теперь подведем выводы. Можно всего набрать 30 баллов. Давайте 100. Значит, название у нее 20 баллов. Не, 10. 10, потому что надо было как назвать и свою фамилию там. Влад А4, это его псевдоним, например. Вот. Надо было назвать как по-другому. Не, ну некоторые, да, тоже так делают. Сейчас помню Моргенштерна. Я офигел, когда его просто послушал его песни. У него канал полное говно. Вот. Название нормально? Ладно, 20 из 10. 140 подписчиков. Ладно, про подписчики не будем говорить. Описание. Настя. И еще тут какие-то флажочки, сердечки, Украина, что-то там. Ладно, не буду об этом говорить. Описание должно быть там. Добро пожаловать на канал Насти Ваще. Добро пожаловать на канал Насти. Вот. Вас ожидает тут рисование, там игры, там веселье какое-нибудь. Вот. Это у нас 10 баллов. Итого уже получается 30. Просмотры. Вот просмотры у меня столько не было. У нас все быстро растет очень сильно. Вот, ставлю ей 40 баллов из 10. 40 плюс 30 равно 70. Ага. Видео. У нее где-то 20 баллов видео. Это нормал. Шортс это 10 баллов. Блин, точнее наоборот. Видео у нее простые 10 баллов. Да. Клип моя анимация. То есть она это все сама делала. Если сама делала, то вообще. Так, 10. А шортс у нее 20. Очень красиво все. То получается 100 из 100 баллов. Лайк, подписка тебе. Ну, а с вами был я, Керик ТВ. Пишите, какой мне комментарий... Ой, какой мне канал еще это оценить. Всем удачи, всем пока-пока.